качестве инспекторов строительных работ, собственники жилья и представители общественных организаций. В Белгородской области будет усилен контроль за ходом капитального ремонта многоэтажек. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил руководитель регионального фонда содействия реформированию ЖКХ Леонид Белоковаленко. Если раньше общественники и жильцы участвовали только в приемке своих домов после уже фактически завершенной реконструкции, то теперь они вошли в состав специальных групп, которые следят за качеством текущих строительно-монтажных работ. В соответствии с графиком, вместе с представителями фонда реформирования ЖКХ и специалистами, осуществляющими строительный контроль, им предстоит несколько раз в месяц осматривать объект. Возможны и внеплановые проверки. В случае выявления нарушений работа подрядчика будет скорректирована или вовсе приостановлена. Это максимальная прозрачность для общественного контроля в проведении работ по капитальному ремонту. Также сформированы группы, которые будут проверять качество работ. Эта группа начнет работать в апреле месяце. И работать она будет в течение 1,5-2 месяцев на территории каждого муниципального образования. Проверять те дома, в которых капитальный ремонт был проведен в 2014-2015 годах. И также в случае выявления каких-то недоделок, либо же брака со стороны подрядчика, они будут устранять свои недоделки. В соответствии с условиями договоров подряда, которые мы заключаем с подрядными организациями, гарантийный срок на любой вид работ составляет 5 лет. Напомним, в этом году планируется произвести капитальный ремонт 149 многоквартирных домов по всей области. На эти цели предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.